напишите в комментах, кто из вас их ел и как они вам. Забыла браслет снять. Секунду. В общем, это у меня улитки по-бургундски, то есть с... Как всегда, мои соседи. В общем, это у меня улитки по-бургундски с маслом, укропом и чесночком. Это пахнет очень аппетитно. Я знаю, что правильно это есть с такой вилочкой двухзубой, тоненькой, но у меня такой нету, поэтому у нас будет вот такая палочка. Я просто обрезала шпажку для шашлычков. Знаете, такие продаются длинные. И вот еще у меня есть. Еще у меня есть багет. И, конечно, бокальчик красного сухого вина. За вас, мои хорошие. Знаете что? А это вкусно. Конечно, мои соседи сверлят стену. Подождем. Вылила на хлебушек оставшееся масло. Знаете, на что похоже? Ни на что не похоже. На самом деле это хочется смаковать, реально. Это какие-то там особые виноградные улитки. То есть обычные улитки, наверное, не подходят, чтобы их ели. Тему в интернете.
всем, кто хотел попробовать улиток и боялся, смело пробуйте. Это очень вкусно. Все вокруг крутится вверх.
сегодня с утра было 10 градусов. 10 градусов тепла, Карл.
какой едой вам бы хотелось увидеть в ближайшем будущем видео на моем канале. Я все прочитаю. Я обязательно выберу какой-нибудь вариант. Ну что? The last. Всем, кто смотрел и ел сегодня вместе со мной. Всех очень.